Мы подходим к школе номер 115. Год основания школы, 1 января 1959 года. Язык обучения казахский и русский. На сайте школы читаем. В 1913 году была построена 7-летняя железнодорожная школа номер 49 Южноуральской железной дороги. Школа номер 49 была маленькая, всего несколько классов, находилась в небольшом деревянном здании. В ноябре 1959 года школа перешла в новое здание и стала общеобразовательной школой номер 538, станция Кустанай-Целинная железной дороги. В 1977 году стала средней школой номер 115. В 1997 году школа перешла в ведомство города и стала городской средней школой номер 115. Не так давно отмечался юбилей школы, 60-летие. Видно, что здание школы обновлено. В 2016 году прошел ремонт школы. Как пишется в статье в газете «Кустанайские новости», старой школы только стены остались. Все остальное новое, сказал директор школы. Обновлены фасад, окна, самое главное – кровля, которая часто протекала. Вот что я могу сказать о школе номер 115. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, если заслужил. Всего доброго и до встречи на канале.